общем, капустную. На самом деле бывает же секунды вообще. Ой-ой-ой, совершенно не разобрались в этой истории. А почему они, кстати, говорят про борщ? Потому что пишет таблоид The Sun, что русские очень любят поправлять свое здоровье именно борщом после. Причем это объясняет с научной точки зрения. Ведь там есть витамин С, который похмелье с вас снимает.